Сталин нам покоя не дает. Вот ходят слухи, что Пал Палыч снаряжение пробивает, овсяников в Буховке продает. И словно муж тут и там надоедают слухи нам. Болтуны ж и болтухи их разносят по умам, их разносят по умам. Ой, что деется, вчерась Боровиченко потерял свои последние штаны. Два Тимуры поругались и попадали со стенки, а у пятницы на Сашке три жены. И словно муж тут и там надоедают слухи нам. Болтуны же и болтухи их разносят по умам, их разносят по умам. Кто-то в тройке, говорят, на пятом месте съехал с Санера, не верите, клянусь. Говорят, что Турчининов Схильду спутал с Эверестом, а кудрявый Гималай взял Эльбрус. И словно мухи тут и там ходят слухи по домам. Болтуны же и болтухи их разносят по умам, их разносят по умам. Говорят, что скоро станет поспокойней, если собрание отменят, не удивлюсь. Говорят, что Коля Румбеш подрабатывал на бойне, а Лилюба в пастухах весь третий курс. И словно мухи тут и там надоедают слухи нам. Болтуны же и болтухи их разносят по умам, их разносят по умам. Может, это все нелепо и бездумно, но одно хочу сказать тебе, народ. Дай бы Бог, чтоб все эти сплетни у нас было так же умно, как кричать, что Юрик Митин Геродот. И чтобы слухи за версту обходили институт, чтобы сплетни, чтобы враги улетели в пустоту, улетели в пустоту.